Здравствуйте, дорогие друзья, зрители и подписчики моего канала. Сегодня у нас очередной выпуск уроков по Sony Vegas Pro. И в этом уроке я вам покажу, как сделать хорошую цветокоррекцию для вашего видеофайла. Эта цветокоррекция подходит как для съемок, сделанных в плохих погодных условиях, так же для съемок, которые сделаны в солнечную хорошую погоду. Допустим, у вас есть видеофайл, где вы снимали природу. Давайте я увеличу экран для большей наглядности. И вот, допустим, вы снимали какую-то природу, и у вас довольно неплохое качественное видео, но вам кажется, что там не хватает резкости, глубины цветов. Это очень легко исправить при помощи встроенных инструментов программы Sony Vegas Pro. Для этого заходим в видео эффекты, папка Color Corrector и самый первый пресет тащим просто на наш видеофайл. Когда у нас открывается эффект видеофрагмента, вот здесь есть такая строка дополнительная, которую можно развернуть, нажав вот на эту стрелочку. Здесь есть замечательный пресет. Называется он Studio RGB to Computer RGB. То есть там два пресета похожих. Это третий пресет. По списку. Просто нажимаете на него. И как вы видите, все цвета сразу приняли свой глубокий, хороший, насыщенный цвет. Благодаря этому эффекту. То есть смотрите. На видеосъемках часто, так же как и на фотографиях, возникает такой эффект легкого тумана. Вот именно этот пресет убирает этот туман, насыщает все цвета, добавляет резкости вашему видеофайлу. Это очень удобный способ для коррекции цвета на видеофайлах. Но хочу заметить, друзья, эта цветокоррекция подходит только для тех видеофайлов, где все цвета у вас изначально были отчетливо видны, то есть на деревьях не было у нас сейчас. Давайте сейчас я выключу. Как вы видите, вот на деревьях у нас нет голубого оттенка с неба. Также на небе мы не видим оттенков желтого и зеленого цвета. То есть все цвета расставлены по диапазону правильно. В таких случаях этот пресет помогает улучшить ваше качество видео. И для всех тех, кто снимает свое видео на любительские видеокамеры, либо веб-камеру, либо на телефон, то этот пресет поможет вам сделать ваше видео более качественным и естественным. Но есть еще один вид цветокоррекции, и об этом способе я вам покажу в следующем уроке. Подпишитесь на канал, не пропускайте новые видео. Спасибо за внимание. До скорых встреч.